В городах и районах Республики Абхазия принимаются все меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Особое внимание правоохранители продолжают уделять водителям и пассажирам общественного транспорта и маршрутных такси. Добрый день, уважаемые пассажиры и водители. Соблюдаем автомасочный режим. Водители, одеваем маску, пассажирам строго предупреждайте, будьте добры. До свидания. Проверяют наличие средств индивидуальной защиты, а также требуют исполнения норм рассадки и социальной дистанции. Проверяются все объекты общественного питания и торговые объекты на соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Мероприятия направлены на выявление нарушений по соблюдению масочного режима и иных ограничительных мер проводятся в учебных заведениях республики. Главное требование ко всем – в обязательном порядке соблюдать санитарные нормы. Призываем отнестись с пониманием к принимаемым мерам, соблюдать дистанцию и иные установленные ранее ограничения.